Ночью вода дошла до дверей, задев вон тот трансформатор. И он заискрил. Мы испугались и вызвали людей, чтобы устранить неполадки. В подвал 28-квартирного дома в микрорайоне Нурсад вода пришла со стороны. Затхлый запах, рассказывают жители дома, достигал второго этажа, а сыростью пропитались все квартиры многоэтажки. Периодически дом затапливается с ноября прошлого года, и обращения в различные инстанции результата не дали. В декабре мы пытались своими силами, потому что теплосеть отказалась, убежал, ЛТД-ТРМУС убежал, куда мы обзванивали отдел строительства Куаныш, я с ним по телефону несколько раз разговаривала. Он говорил, что составит комиссию, что они все это разберутся, но ничего не разобрать. Сейчас власти собирают группу специалистов, которая должна ответить на вопрос, по чьей вине вода собирается в подвале. Некоторые причины подтопления очевидны, и власти обещают в ближайшее время помочь в наведении порядка. Подземные воды здесь поднимаются. Это нижняя отметка. Вчера был заместитель потом, ЖКХ, он сказал, подземные воды 28 метров. Дождь, он не может. Потом в дождь, дождливую погоду, вот вся вода сбегается вот на нижнюю эту отметку. Понимаете? Здесь надо кардинально принимать меры. Мы будем решать эту проблему. Завтра вот отопительный сезон закончится, мы закроем теплотрассу и полностью отревизируем трассу. Дом введен в строй всего 7 лет назад, но некоторые квартиры уже требуют ремонта, говорят жильцы пятиэтажки. Сколько еще времени придется ждать помощи от властей, люди не знают. И надеются, что за время ожидания дождей будет мало. Данияр Худайбергенов, Антон Семенов, Платон Веденев, информационная служба телекомпании «Отрар».